На рассмотрении у парламентариев находится еще один важный проект закона. О дополнительных мерах соцзащиты его внес губернатор Александр Дрозденко. Речь идет о семьях, в которых дети страдают таким заболеванием, как целиакия, и при этом не имеют статуса инвалида. В Ленинградской области, по данным Комитета здравоохранения, 23 ребенка подходят под эту категорию. Один раз пекла с бананом, а потом с яблоками пекла. 5-летняя Даша сама все знает о своем рационе. Что есть можно, а что лучше даже не пробовать. 1,5 года назад врачи поставили ей диагноз целиакия. С тех пор вся жизнь маленькой девочки и ее родителей – это строгая и бескомпромиссная диета. Было страшно. Чем теперь кормить ребенка? Очень. Но постепенно, там, не знаю, может быть, месяца 3-4 мы привыкали. И вот сейчас уже 1,5 года, мы больше, почти 2 года мы на диете. И... все хорошо. Можно все, главное без глютена. Это особый белок, который организм не принимает. Даже гречку теперь приходится перебирать, потому что и в самой чистой попадаются пшеничные зерна, а это сродни яду. Это наша мука рисовая. Ну, мы покупаем вот такую. Есть еще кукурузная мука. То есть мы с ней печем и блины, и оладушки, и кексики. Что мы еще, пельмени делали как-то даже однажды. Но... главная проблема – безглютеновая диета дорогая и дефицитная. За, казалось бы, простыми продуктами – мукой и макаронами – приходится ездить из Выборга в Петербург. В месяц родители тратят около 4000 рублей, и это не считая транспортных расходов. Причем, если у тех, кто получил статус инвалида, есть право на помощь, в федеральном законе все прописано, то остальные справляются сами. Дополнительную поддержку можно ждать разве что от региональной власти. Мы шагаем далеко вперед, и если говорить именно о таких уязвимых категориях детей, как вот дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, у нас в Ленинградской области очень много делается, даже делается вперед, чем в других субъектах Российской Федерации. Инициативу губернатора Ленинградской области о социальной помощи таким семьям, как Дашина, депутаты уже одобрили в первом чтении. Правда, о какой сумме идет речь, говорить пока рано. Я надеюсь, что совместно с депутатским корпусом мы отработаем эту норму, выверим, будут совершенно вот актуальные расчеты на сегодня. Законопроекту еще предстоит обсуждение, хотя известно, что в областном бюджете деньги на такую помощь уже заложили. Если инициативу поддержат, то родителям маленькой Даши будет намного легче разнообразить ее диетическое меню. А праздничный стол в день рождения украсит самый настоящий торт, пусть и безглютеновый. Марина Челапко, Кирилл Титов, 47-й канал, Выборг.